Восьмая минута третьего периода. Челябинцы сокращают разрыв в счете. Дальний бросок Максима Смельницкого. И не ожидавший этого вратарь пропускает ровно на середине седьмой минуты шайбу. 6:30. Прошло сначала первого периода. Счет матча стал 1-0. Впереди челябинский трактор. Шайбу забросил Максим Смельницкий, номер 22. Зрители помогла выйти в полуфинал. А когда вратарь не чувствует, что он, как говорится, единственный, неповторимый в своем роде, то ему тяжело. Особенно, когда за его спиной не один вратарь, а целых два. Да еще таких классных, как Абрамов, имеющий большой опыт выступлений в национальном чемпионате страны. А сейчас Челябинцы забрасывают вторую шайбу. Ворота молодого голкипера. И вновь Максим Смельницкий. Десять минут и шесть секунд прошло с начала первого периода. И еще один бросок Максима Смельницкого завершился взятием ворот. Примерно с того же положения, что и первая шайба была заброшена. Шайбу забросил Максим Смельницкий, номер 22. Похоже, идет предпоследняя минута первого периода. Последняя минута периода. Вот и последняя минута первого периода. Напомню, счет по-прежнему 2-0. А это Олег Мальцев. Да. Классически исполняет. Обманное движение. И счет становится 3-0. Девятнадцать минут, 12 секунд прошло с начала матча. Счет стал 3-0. Впереди челябинский трактор. Так, шестой номер Федорченко. Вместе с ним второй. Это Игорь Никитин. Сейчас Шварев играл, чтобы бросать, а сам отдавал вправо. Команда «Торпеда» играет в полном составе. И в тот момент, когда объявили, что «Торпеда» играет в полном составе, Равиль Гусманов, лучший бомбардир челябинского трактора, забрасывает свою 18-ю шайбу. Итак, счет матча становится в середине. Вы видите ликующих болельщиков, которые... Шайбу забросил Валерий Карпов, номер 12. Извиняюсь, объявляю, что шайбу забросил Валерий Карпов. Мне показалось, что это сделал. Третьей 20 минутки остается 6 секунд. 6 секунд. И еще 15 секунд. Если, конечно, не успеют реализовать до конца этого периода челябинцы, уже в овертайме придется играть в меньшинстве нашим соперникам. Итак, напоминаю, счет 4-4. Играет челябинский трактор и усть-каменогорская торпеда. А как нужно очко нашим хоккеистам? Игорь Варицкий, Евгений Корешков. Игорь Варицкий выиграет шайбу. Бросок! И гол! За 3 секунды до конца этого матча. Точный бросок Сергея Тартышного. И счет становится 5-4. Вы видите радость? Да. Все-таки будем надеяться, что челябинские хоккеисты с подачи Равиля Гусманова, номер 29, шайбу забросил Сергей Тертышный.